я проблем солвер. У нас в вертикали решаю проблемы на проектах различные. Основной мой стек — это C-Sharp, JavaScript, потому что JavaScript нужен всем, и сейчас Azure. Вот, ну, в принципе, наверное, вам не очень интересно, вам больше интересно посмотреть статистику обо мне. Не то, что я умею, а как я выгляжу, как я, скажем так, здоров или нет. Вся информация на сайте вы можете смотреть, она собирается с Microsoft Band, который у меня на руке. Это фитнес-трекер. Вы можете видеть, сколько я прошел сегодня шагов, какую дистанцию, сколько калорий потратил, как я спал, мой пульс. Смогу ли я вам рассказать презентацию, да, даже... Таксик помечает? Нет. А? Да, вы можете смотреть в течение презентации, возможно, где-то я буду врать, пульс должен расти, да? Вот, поэтому можете заходить... Ну, да, но у меня была хорошая эффективность, я нашел себе хорошую фазу сна, когда ложиться, чтобы никто не мешал. Да, строит. Ну, скажем так, на базе данных его, да. Вот, еще я интересуюсь машин learning, и поэтому мне иногда приходят нотификации на телефон, там, когда мне лучше спать. Но это еще, скажем так, мой концепт, я над ним работаю. Говорить там нечего. Я хотел бы сегодня поговорить о гигиене памяти. Все мы пользуемся гигиеной, да, чистим зубы и тому подобное. Но что насчет памяти? Да, то есть как менеджить память, как правильно, как с ней работать? И хотелось бы спросить, у кого были проблемы с памятью? Не то, что вы забывали, что там день рождения жены и тому подобное. Были у кого-то проблемы с памятью? Хорошо, отлично. А вы меряете ее или так просто знаете, что у вас есть проблемы? Потому что проблемы должны быть у всех. Просто не все знают. Вот. А как часто вы, например, профилируете ваше приложение? Хоть раз в месяц кто-то делает это? Раз в неделю? Раз в день? Юнит-тесты по памяти пишете? Юнит-тесты пишем. Хорошо. Да. Смотрите, почему я вообще хотел бы поговорить. В чем здесь проблема? Казалось бы, проблемы нету. Когда мы говорим про ГЦ, про garbage collector в .NET, у нас же все хорошо. Все идеально, все ровно. Все как нужно работает. Никакой дефрагментации, ничего нету. Просто нужна память? Пожалуйста, выбрали. Все ровненько. И все так смотрят. И часто разговариваешь с человеком и говоришь, а были проблемы с garbage collector? Нет, не было. А знаешь что-нибудь о garbage collector? Нет, зачем? Я создал переменную, он убрал. Ну, такой симбиоз, и мы работаем, в принципе. То есть, когда нанимают нового разработчика в компанию, по сути, двух, да? Человека, который аллоцирует память, и garbage collector берут на работу. Вот. На самом деле это не так. Я хочу, чтобы эта презентация немного заставила вас думать не так, как что у нас все хорошо, что все тютелька в тютельку, что все работает как нужно. Да? Я хотел бы, чтобы у нас все это выглядело немножко вот так вот. Вроде бы все хорошо, но нет. На самом деле это не так. Да? То есть этот мир не идеальный. Да, то есть, и, соответственно, у нас тоже есть проблемы. Обычно получаются вот такие вот вещи, когда мы работаем с памятью. Вроде бы все хорошо, но нет, вот что-то вот, ну, идет не так, да, шаг влево, шаг вправо. Вот, ну, все рабочее, все можно пользоваться, но как-то оно не интуитивно. И это правда, да, то есть мы с этим как бы, ну, сталкиваемся постоянно. Тут сразу такое... ограничения, мы будем говорить сегодня о вещах, которые влияют на первых два, да, потому что performance goal у всех разные, вот, и будем говорить про первых два, потому что все, что я вам сегодня расскажу, нет смысла применять, например, и даже об этом думать, если у вас запрос в базу данных будет идти 10 секунд, да, или у вас вообще не нужен performance, потому что иногда проще купить планку памяти, она дешевле. Это час вашей работы примерно, купить новую планку памяти и поставить на сервер. Вот, но тут есть с этим проблемы. Также люди, как бы вы опытные, вы можете сказать эту фразу. Кстати, знаете, да, кто это на картинке? Вы очень часто на него ссылаетесь. Это Дональд Кнут, да? Это хорошо. Ну, просто если кто-то не знает, ну, он в лицо выглядит вот так, вот немножко такой... Интересный мужчина, да. И он говорит, предварительная оптимизация – это корень всего
зла, да, то есть это все проблемы на проекте. И эта фраза нам, разработчикам, ну, очень сильно нравится. Мы ее говорим всем, клиенту, PM, мы начинаем, там, что-то сделали, а PM говорит, давай что-то продумаем, там, или клиент наперед, нет, не надо, я буду писать код, как оно есть, пусть так все и будет, потому что Кнут сказал, Дональд Кнут сказал, преждевременная оптимизация – корень всего зла. Я не хочу ничего оптимизировать, я хочу просто наваливать в solution, хочу создавать много проектов, и то, зачем что-то оптимизировать, не надо. Валим в solution. Что получается? Чаще всего, чем заканчивается проект, если не фейлом? Клиент говорит, все тормозит, мне жалуются клиенты. Мы говорим, конечно, мы компания, мы продаем сервисы, вот тебе еще куча людей, и мы тебе перформанс сейчас сделаем, и мы продаем еще перформанс как фичу. В принципе, это классно для компании, но вы, как разработчики, должны немного думать, что перформанс это идет как с вашего портфолио, да, что все solutions должны быть более-менее оптимальные. Они не должны быть идеальные, но они должны быть оптимальные. Вот, и это большой плюс, то, что выделяет вас от просто разработчиков и переводит в класс инженеров. Те, которые, по сути, мы софтвер-инженеры, мы не девелоперы, потому что код писать может кто угодно, да, но а мы как инженеры выступаем. И в компанию вас берут как инженеров, и я считаю это очень классно, этим надо гордиться. Кто-нибудь знает, что это вообще? Круто, у кого-то есть Visual Studio 2015, а вот эти насечки, знаете, что это такое? Вообще класс, отлично. С популяризацией тулов все стало хорошо. К чему это? Я хотел бы показать пример, очень простой, чтобы мы понимали про Garbage Collector, что он работает, и работает он очень сильно. В принципе, код довольно простой. Да? У меня синтаксис, кстати, C-Sharp 6.0 уже используется. Все уже используют C-Sharp 6.0. Ну, отлично, но все равно, это понятно, да? Кто не понимает, это стринг-формат. Мы о нем поговорим чуть попозже. Что здесь делается? Здесь создается MyClass. MyClass, он довольно простой, он не соответствует, возможно, требованиям POCO-класса, да, тут используются паблики. Ну, я просто привык, я пишу prop, и все, у меня property создана. Может быть, перенастроена филды. Вот. Мне кажется, это тоже валидный коммент, но я в таких случаях использую структуры. Но мы поговорим об этом дольше. Соответственно, создается MyClass. Да, создался. Потом я использую статические методы получить, в какой поколении находится класс. Да, сколько всего поколений у нас есть. И потом просто цикл создаю кучу объектов. Да, чтобы garbage collector была работа, я ему, то есть, наваливаю. Вот. Просто объектов насоздаю, потом говорю, собери мне нулевое поколение, да, ну, в коде у вас такого не должно быть, это пример, да, то есть, если вы вызываете где-то GC Collect или такую конструкцию, и это не демо, и не, ну, юнит-тест еще ладно, значит, это надо подумать, что-то у вас не так, и потом просто вывожу, да, то есть, в каком поколении находится мой класс, и смотрю, сколько раз была сборка. Вам все это доступно из кода, да? Как вы думаете, какой порядок будет чисел? Давайте запустим этот пример. Оп, он появился на этом экране. Я перемещу и сделаем вот так вот. Да, то есть три поколения. Это хорошо, да, что это OS у меня три поколения. Это, в принципе, стандартно пока что. Сначала было какое у нас поколение? Нулевое. Пока все логично. Вот, потом стало поколение второе. Да? Вот этот простой код вызвал 103 раза мы поколение нулевое, первое и второе. Да, 5 раз собрали. Работы было сделано очень много garbage коллектором. Очень много. Вот, просто чтобы вы понимали, что он работает. И постоянно работает. Пойдем дальше. Да, то есть вот эти насечки это каждый раз, когда garbage collector собрал. Кто-нибудь использует от Sys Internals Process Explorer тулу? Отлично. Там, если используете, есть вкладочка специально для .NET. Очень полезная. Когда у вас процесс запущен в лайве, да, и хочется посмотреть статистику, сколько там произошло эксепшенов, сколько было там сборок памяти, ой, GC отработал, да, сколько там size хипа и тому подобное. Чтобы, ну, не дебажить и, скажем так, не лезть, можете
использовать. Можете снимать дампы и тому подобное, но это хороший вариант. Так в чем же наша проблема? Почему мы неэффективно используем? У нас есть два возможных варианта из двух неэффективно использовать память. Да, это у нас какие есть варианты? Это аллоцирование памяти, да, и, соответственно, сбор этой памяти. И в этих двух вариантах чаще всего в двух путях мы ошибаемся. Ошибаемся очень часто. То есть из 100%, в 100% случаев почти у нас могут быть проблемы. Ну, такая статистика не очень радующая. Да? В аллокации в чем проблема? Памяти мы аллоцируем очень много. Не только мы, вообще. То есть, но мы это не проверяем. Кто-нибудь меряет memory traffic? Кто-нибудь меряет memory traffic? Это сколько памяти аллоцируется у вас, вот, когда вы там создаете. Вот. Например, для понимания, что такое аллокация, в какие моменты она происходит. Все знают, да, ASP.NET Core сейчас есть сервер Kestrel, построенный на базе libuv. Вот. Смотрите, он для 10 тысяч запросов аллоцирует 1 гигабайт в секунду памяти новой. То есть просто пришло 10 тысяч запросов, и для того, чтобы там создать объекты, инициализировать контексты, он просто гигабайт памяти кидает вам в оперативке. Он говорит, мне в оперативке нужен гигабайт памяти. То есть garbage коллектору большая нагрузка. Ну, гигабайт памяти. А каждый раз, когда вы тайпаете в 2015 студии новую переменную, вы аллоцируете новый трафик. Потому что Roslyn построен на базе immutable деревьев, immutable структур. Соответственно, каждый раз создается новая копия. Да, у них большая оптимизация в этом, но каждый раз, когда вы набираете var, my var равно, у вас перестраивается синтаксическое дерево и аллоцируется новая память. Да? То есть вы понимаете, вам приходит какой-то запрос от пользователя, вы сразу new class, там посчитай результат, там select и тому подобное. Когда память аллоцируется, в принципе, все вы понимаете new. Да? Но мы еще посмотрим способы, когда она не явно аллоцируется. Garbage collector. Garbage collector крутой. Просто. Он гигабайт памяти очищает за миллисекунды. Очень оптимизирован, очень быстрый. Он написан не на .NET, логика написана его на C. Да? Исходный код доступен. Сейчас вы можете зайти и посмотреть, да, как он работает, garbage collector, какая у него логика и тому подобное. Это открыто. gc.cpp. Что есть у коллектора из оптимизаций? У garbage collector интересного. Все знают то, что у него есть heap. Да? Куча. Чаще всего на этом разговоры заканчиваются. На самом деле у него два хипа, да? Ну, если быть предельно честным, там еще чуть больше, но мы о них не будем говорить, это внутренние структуры. Есть Large Object Heap и Small Object Heap, да? Если вы помните Large Object Heap, да, туда попадают объекты больше... Да. Все, 85 тысяч байт, все знают уже, да? Ну, это, в принципе, со школы мы помним. Вот, также есть вот поколение, да, Gen 0.1, Gen 1, Gen 2. Gen 3, это не думайте, что есть четвертое еще поколение. На самом деле, я привел это для слайда, чтобы обозначить Large Object Heap. Если вы используете какой-то профайлер, да, который низкоуровневый, то какой-нибудь там LSOS вот это для TX... дебага, расширения, то там, чтобы понять, какие объекты в лохе, да, в Large Object Heap, вам нужно Gen 3 набрать. Вот, то есть это идея. Вот, и такой вот вопрос к вам. Как вы думаете, все объекты, которые мы аллоцируем, пишем new, они сразу попадают в нулевое поколение, потом в первое, потом во второе? Или нет? А может объект сразу попасть во второе? Я еще array allocator был. Ну, любой объект, который больше 85 тысяч байт, попадает не в нулевое поколение, не в первое, он попадает сразу во второе поколение. Он попадает в Large Object Heap. А что там три написано? А? Третье поколение, я же говорил, если вы хотите подебажить, да, то чтобы понять Large Object Heap, какие объекты в Large Object Heap, вам нужно набрать Gen 3. Сказали, что при створении попадает в другое поколение, а в другое поколение это будет Small Object Heap. А если... Нет, второе поколение, оно разделяется. Это heap, есть large object heap и small object heap. Это все второе поколение. То есть, смотрите, я вот тогда покажу вам пример. Есть у нас специально для этого. Так. Все запомнил. Да.
И что это такое? Это не... Оп. Вот, есть код. Да, мы тут создаем просто объект. Ну, я посчитал так, да. Вы помните, арифметика простая, да? Mm-hmm. Ну, то есть 8, вы знаете, да, это размер лонга, да, ну, соответственно, в высшую сторону. И что мы здесь делаем? Да, мы говорим, что получи мне generation, max, и посчитай, что там. И я использую не очень хороший подход. Да, я просто беру, сериализую объект в памяти и в байт-аррей перегоняю длину. Ну, так никогда не меряйте память. Вот, но для демо это, скажем так, подойдет. Оп. Давайте Ctrl F5. Запускайте всегда в релизе. Это очень важно. Я вам перетащу окошко. Ну, просто тут много окошек, я вам перетаскиваю. На самом деле я запускаю, вы не думайте, что я вас обманываю. Да, object size получился чуть больше 85 тысяч, и он сразу попал во второе поколение. Да, то есть его у нас 3, нулевое, первое, второе. Да, то есть, но он еще хранится в large object heap. Вот, соответственно, это тоже надо помнить. Про large object heap мы еще немножко поговорим позже. Почему плохо, если у вас объект попадает в large object heap? Поехали дальше. Поговорим про коллектор. Да? Garbage коллектор на самом деле делает нереальную работу. А сборка нулевого и первого поколения, у них есть SLI 2 миллисекунды. Не страшны сборки нулевого и первого поколения. Они делаются быстро. Да? То есть, но, в принципе, какая здесь есть проблема? Как работает garbage коллектор? Рекламу Danone смотрели, когда он поднимается на крышу и говорит, пусть весь мир подождет. Вот, это реклама garbage коллектора. Он примерно так же работает, только он не ест Данон, я не знаю, что он ест. Вот, а что получается? Он останавливает все потоки вам, и все, и начинает сборку мусора. Хорошо, что если на пару миллисекунд, да, остановилось. А что делать, если он второе поколение собирает? Там может быть больше. Да. Вот. А, смотрите, вы кажете, что ну, числа миллисекунды, да, о чем мы говорим. А, например, если у вас какой-то есть распределенный кэш, да, чаще всего самописный, не все перешли на Redis. Вот. Если вы хотите заполнить его 10 гигабайт, например, поднять в кэш, ну, это Enterprise, да, кровавый Enterprise, 10 гигабайт поднять в кэш, ну, это не проблема. Вот. Только проблема в том, что garbage collector в этом случае будет 40% времени работать. Если вы оптимально сделаете. Если не оптимально, у нас было 85% эффективной работы работал garbage collector. То есть, ну, это не очень хорошо, потому что мы это все время ждем. Вот, и, соответственно, время, если мы поднимаем, например, за 4 часа, да, то вы можете посчитать, сколько garbage collector работает. Ну, в таких вот величинах сравнивайте. Вот, и, соответственно, да? Питание, а вроде ж в цьому, якщо запускати garbage, ну, коли ми релізимо на сервак, в garbage collector, типа, у нього є моди. Є... Да, ми зараз о них поговорим. Окей. Да, так что не, это все, это как бы это логичный вопрос, у меня тоже всегда такой возник. Если в сервер моде, то там же оно в параллель идет трешки. И просто походу питание в том, что, ну, что он еще в параллель может під час того, программа экзекьютится, вроде параллельные среды тоже уже может собирать, не? Да, это двум. Да, мы сейчас об этом поговорим, но я просто, чтобы вы понимали проблему, потому что многие считают, что, ну, меня эта проблема не касается. У меня есть цикл, 5000 итераций, я создаю локальные перемены, я их создал, они будут сразу удалены. И все будет хорошо. Ну, в чем проблема? А проблема в том, что мы не работаем в один поток, мы работаем много потоков. Да? И когда вы создаете где-то переменные, где-то еще создаются. И garbage collector, его эвристика срабатывает, и он понимает, пора сборку мусора сделать. И ваш цикл, который, например, на 10 элементов в другом потоке выполняется, он может как раз попасть в тот момент, когда сборщик мусора скажет, все, всем стоять. Всем на весте, да, и начинает сборку мусора. Соответственно, ваши локальные переменные, которые в нулевом поколении, на них еще референсы есть, они переживут ваше нулевое поколение, они попадут в первое. Повезет, если они там останутся и умрут, если они не попадут во второе, которое дорогостоящее. То есть вот такая вот простая как бы проблема, цикл, да, что делать. А, работает, да, как вы поняли, вот, ну, происходит ГЦ, поток останавливает все, и мы все висим, ваш цикл, вот, это нехорошо. Все это понимают, и для, когда у вас high throughput нужен, это не очень подходит. Я бы начинал с того, что
я хотел бы для критических участков в коде остановить garbage collector. Я не хочу, чтобы garbage collector вообще думал о моем цикле. Мне нужно его сделать быстро. У нас есть такая возможность. С .NET 4.6 начиная, вы можете сказать garbage collector, вот этот кусок кода, пока он будет выполняться, никаких сборок мусора. Вот, то есть вы можете сказать try start new GC region. Да? На самом деле не все так просто. Здесь позаботились, чтобы у вас не было проблем. Вы ему говорите, garbage collector, я примерно собираюсь аллоцировать 1 гигабайт памяти. Вот, можно у тебя столько запросить, и вот этот кусок кода будет аллоцировать, пожалуйста, ничего не делай. Это critical. Я не хочу, чтобы ты замораживал и тому подобное. Если у него получается вам саллоцировать эту память, то все, вы входите в эту конструкцию. Два раза эту конструкцию внутри вложенность еще вызвать нельзя. Да? И в конце вы обязательно должны вызвать end-node GC region. Если вы каким-то чудным способом в кровавом enterprise не можете обновиться до 4.6, 4.6.1 последняя, вы можете использовать GC setting latency mod и выставить low latency. Тогда отключится сбор второго поколения. Будет нулевое первое быстрое, второе не будет собираться. Сборка мусора там не будет проходить. Но это critical операции. Да? Не стоит в начале application start или где у вас, давайте отключим GC, вообще будем жить и наслаждаться. Вот. Также, если вы когда-нибудь сталкивались с лод-балансерами, да, у вас несколько машин, и вы делаете такой вот горизонтальное масштабирование, у вас есть лод-балансер, и вы не хотели тоже какой-то critical код, и вы не хотите попасть, чтобы вашу операцию делал сервер, на котором собирается GC пройти, сборка. Иногда GC-сборка, ну, это не миллисекунды, это не секунды, это может даже минуты занимать. Это зависит от того, какие приложения вы разрабатываете. Соответственно, вы тоже можете подписаться на ивенты. GC вам сообщит, да, например, wait for full GC approach. Это скорее всего, что, ну, не скорее всего, а значит, что скоро произойдет сборка мусора. Он хочет собрать. Соответственно, вам нужно этот сервер маркнуть. Он недоступный, а дадим на другой, если приходится работать с лод-балансерами. Ну и потом, когда прошла сборка GC, тоже ивент сработал, все. Мы закончили собирать мусор. Я готов принимать новый мусор от тебя. Да? Ну, примерно код, но для garbage collector все мусор. Вот было хорошее замечание, очень классное, то, что мы всегда работаем в workstation моде. Да? Потом, кто разрабатывает UI-ную часть, WPF, это больше интересует. Дело в том, что когда сборка мусора проходит, у вас даже UI замерзает. По одной простой причине, что UI-поток тоже останавливается. Не очень хорошо, да, вы же сами не любите, когда вам там пишут non-responding. Ну, вы вообще ругаетесь на все, но когда ваше приложение, вы всегда говорите, ну, понятно, non-responding, но там garbage collector, UI зависает очень долго, запрос в базу данных, хотя, если это Outlook, то все, вы порвете все на части, да. Это проблема, вот. Microsoft первое, что сделал, добавил для Workstation GC такую вещь, как concurrent GC on. Соответственно, когда происходит сборка мусора в отдельном потоке, и, скажем так, вот этот процесс, когда все замораживается, он сводится к минимуму, потому что все в отдельном потоке, вот, и это хорошо видно вот на диаграмме, когда, то есть есть все-таки небольшие остановки, но они очень маленькие. Дальше, если вы готовите приложение на продакшн залить на сервер, вот, то очень хорошо выставить сервер GC. По дефолту у вас, когда конфиг пустой, там ваши коннекшены прописаны, всякая другая информация полезная для хакеров, вот, то у вас по дефолту Workstation. Чтобы прописать сервер GC, ну, нужно сделать немножко телодвижений. Я покажу, они довольно простые. Чем мне это нравится? Я частенько на проекты прихожу, где проблемы там с перформансом, с оптимизацией. Вот, все страдает, нам нужно продать как фичу. Тогда появляюсь я. И чаще всего для .NET, что мне приходится делать на сервер, просто включить вот эту настройку. Первое, что я делаю, я смотрю веб-конфиг. Я не ищу connection string, я не смотрю ваши пустые, простые пароли. Вот, я смотрю, есть ли такое включено. Вот. Если нет, я включаю. Вот, списываю неделю, говорю, я потратил очень много времени, мне еще нужно 2 недели выходных, но я вам оптимизировал, прирост большой получается. Чем GC работает? GC берет и смотрит, сколько у вас ядер,
И на каждое ядро свой garbage collector создает. Со своим хипом, со своей кучей large object хипом, small object хипом. То есть, если у вас раньше одна была workstation, то сейчас их будет равно количеству ядер процессора. Соответственно, если у вас их там 4 ядра, то это уже будет 4. Да? Классно. Да? Это большой плюс. Но смотрите, какой нюанс. Нельзя прибежать просто и в каждое приложение вам включить сервер GC. Посмотрите, пожалуйста, сколько на вашей виртуальной машине задеплоено сервисов. Потому что какая возникает проблема? Если вы включаете для каждого вашего приложения GC-сервер-мод, на каждый процессор создается 4 потока. Да? Если у вас задеплоено туда 16 приложений, да, все любят микросервиса и тому подобное, как бы все раздельно, но деплоится в монолитную машину, да, одну. Вот. 4. Если у вас их 16, 16 умножить на 4, да, сколько у вас будет средов, да, уже? И, соответственно, они будут интерферировать один другого, потому что распараллеливать до бесконечности, ну, нельзя потоков, да. Если вы создадите 1000 средов, это не значит, что быстрее будет, да, работать. Оно будет еще медленнее работать. Поэтому, например, иногда бывают такие решения глупые, как на первый взгляд кажется. Redis работает в один поток. Зачем? Да, ключи поднимает. Вот, в один поток. Это связано с тем, что, ну, если у вас будет там 50 потоков на машине, где 4 ядра, вы не получите прирост. Вы только станет все еще хуже. Вот. И вы потом мне на почту или куда-нибудь напишите там, или дефейс сайта сделаете, чувак, вот так вот, перечеркнуть и все, я включил сервер GC, и у меня все плохо пошло. Ты так его хвалил, рассказывал. Будьте с этим осторожны. Но чаще всего у нас одна виртуальная машина, одно приложение, вот, ну, поэтому там все хорошо. Также появилось недавно, страдали на самом деле то, что сервер GC нельзя было включать сразу с Concurrent GC. И все думали, или Workstation GC с Concurrent, да, или сервер GC без Concurrent. Ну, какой-то шаг со стороны Microsoft был такой непонятный. Да? Ну, кто разбирался, то включал, они негодовали. Вот. Соответственно, добавили. Это недавно, можно использовать. Если вы хоститесь в клауде, тоже используйте это. Это легко сделать. И получается перформанс. Но помните, будьте с этим аккуратны. Как же это конфигурировать все? Очень легко. Просто GC сервер enable true, GC concurrent enable true. Все, 2 недели отпуска у вас в кармане на первое время. Вот. Тест написати, щоб хоча б видно було якийсь див нормальний. Див, а, по перформансу? Ні, мама, типу, замовник побачив якийсь дід, знаєте, це там. Можна 3 мушкетера туди, куди-то, в код. Да, то есть, ну, на самом деле, в принципе, вас как консультанта, если берут на проект, там никто не разбирается там. Ні, ну да. Вот, скорее всего, это так. Но это кровавый энтерпрайз, все меня понимают. Игорь, ты в курсе, видео пишется, да? Да. Это как бы, у нас домашняя обстановка все. Это мы потом разбежимся, будем в галстуках все такие. Вот, еще какая у нас есть проблема. На самом деле, если перефразируя знаменитую поговорку, грязно не там, где убирают, а там, где не мусорят. Вот. Я хотел бы поговорить про аллокации. Потому что на самом деле garbage collector, если у нас не будет аллокаций, то ему не будет работы, он не будет нам ничего тормозить. Да? То есть garbage collector вроде бы должен решать наши проблемы, но сейчас так получается в моей презентации, что он нам создает проблемы. Нет, на самом деле проблема всему это человек. Вот, то есть, ну, как бы это во всем, да, то есть мы засоряем. Также и здесь. Пишет человек, инженер, очень много аллокаций. На самом деле, я же еще говорил, что аллокации, понятно, new, значит аллокация. Но не всегда, да. Есть, например, такой тип, как строки. Ой, ой, вот, строки. На самом деле, картинка немного относится к теориям струн, но если вы наберете в гугле strings и попробуете какую-то картинку для презентации найти, ну, вы такие несовместимые вещи для мужчин найдете. Вот, и поэтому лучше использовать теорию. Ну, девушки, я не знаю, как вы это носите, но красота требует жертв. Вот, в принципе... Надо все же попробовать, о чем рассказываешь. Вот, проблема, string. Везде проблема с этим. String формат, да? Все знают такая штука, как linkupad. Да, вот, linkupad, он очень хорош тем, что
можно сразу ill-код смотреть. И если вы все знаете, я тогда вам не буду показывать, там очень легко. Вы пишете expression, нажимаете F5 и потом переключаете вкладочку ill. Да? В чем проблема? String-формат. Да, все используют string-формат, но если вы просто используете такую вот конструкцию, которая перенимает... В чем проблема? Оно принимает объекты. Если вы передаете туда int, да, int это value type, int это структура, вот, другого не может быть, происходит боксинг. Боксинг это аллокация в хипе, соответственно, ненужная память. Казалось бы, зачем делать вам аллокацию ненужную? Не делайте эту аллокацию. Для этого легко можно поправить и добавить toString. Соответственно, вы видите, здесь вот появляется такая штука box. Если вы видите в вашем ill-коде box, это плохо. Если это где-то в цикле делается на 5000, это плохо. Здесь боксинга нету. Да? То есть вот здесь вот есть box, 9-я line MSIL. Здесь нету. А почему эта проблема вообще берется? И если вам дешевле купить планку памяти, и ваш код должен быть читабельный, не пишите эту string. Ну, это все окей. Какая возникает проблема? В принципе, дотнетчики сейчас делятся на два типа. Да, те, кто с ReSharper'ом, и те, кто еще без ReSharper'а. Вот. Соответственно, я такой код частенько вижу, когда и написано toString. Я потом смотрю, сразу делаю эту историю. Мне интересно понять, кто это писал. То есть... Чаще всего это пишут начинающие разработчики. Вот, просто тут такой вот или начинающий, или человек, который очень сильно хотел оптимизировать. Среднего нету тут. Вот, средний это, скорее всего, с ReSharper'ом. Вот, почему? У молодых начинающих разработчиков ReSharper'а еще нету. Они пришли всего бояться, еще нету ReSharper'а. Как только появляется ReSharper, он вам сразу предлагает эту конструкцию упростить. И все. И он делает правильно. Ваш код читабельный, ваш код понятен. Зачем вызывать? Поэтому здесь такой коммент, что если нужен перформанс, не хотите аллокаций. Да? Если вы пишете сервер или что-то оптимизируете, у нас, например, был ETL-процесс. Вот, ETL-процесс, у нас было очень много трафика. Соответственно, мы такие вещи писали. Если вам дешевле купить память, и вам еще влазит в сервер память, то лучше купите и пишите нормальный код, понятный всем. Вот, то есть тут коммент такой вот. Но ReSharper можно настроить, чтобы он не убирал ту string, а чтобы добавлял. Ну, тут легко, и проверяйте, главное, себя. Боксинг найти легко. Да, я вам показал, берете любой ill disassembler, и еще покажу один, linkupad самый простой. C-Sharp 6.0, interpolation стрингов. На самом деле, такое небольшое отступление, это все синтаксический сахар. Теперь вы точно это знаете, потому что если посмотреть ill-код, он просто это перегоняет в string-формат. Все, магии никакой нету, как бы. Это несложная фича, это они говорили, мы сделали C-Sharp 6.0. А они просто у себя байндер добавили. Кто интересуется исходниками, они добавили байндер для интерполяции стрингов. И все, он перегоняет стринг формат. У них все было, у них все есть. Вот, у них стоит этому учиться. Не, но они переписали компилятор. Они сделали compiler as a service для того, чтобы быстро... эти фичи добавлять. Это круто. И мы сами можем добавлять фичи. Я вам покажу пример потом. Мне очень нравится. Соответственно, та же самая проблема с интерполяцией. Да? Там за сценой string формат стоит и toString, если используете интерполяцию. Вот. Common проблема. Чому Microsoft для Nutan зробить оптимізацію компілятора, щоб воно проводити? Тут, если так начинать, то лучше сделать для MSIL команд немного. Можно сделать отдельный процессор. Да, в принципе, который будет выполнять эти инструкции. Вот. Про эти вещи, боксинг, мы поговорим, они это решение делают по-другому. Я покажу, как они решают у себя это в коде. Вот, ну, вопрос отдельный, да, почему не сделать бимза? Очень много мест таких. Это не единственное место, да. То есть, еще такая штука. Замыкание. Все знают, что такое замыкание? Ура, круто! Да, кто не знает, что такое замыкание, запомните эту картинку. Когда вас где-нибудь на собеседовании или на улице спросят замыкание или деньги, вот, вспомните вот эту картинку. Да, то есть получается, что такое замыкание? А, когда вы можете видеть скоб выше. Да, то есть ваша видимость, да, помните в C-Sharp видимость, как она? Чем она? Скобками, да, то есть ну, в JavaScript это там функциями. Вот, здесь немножко проще. Вот. Какие проблемы с замыканиями есть? Ну, на первый взгляд вообще проблем никаких нету. Да, с замыканиями.
все хорошо. Вот. Давайте я вам покажу, как смотреть. Просто, ну, презентация — это хорошо. Вот, но мы пишем чаще всего код. Давайте посмотрим, как понять, что у нас происходит, когда вам это правда нужно. Давайте выберем простое замыкание. Вот. Есть такое замыкание. Вот. У меня вот эти там полосочки, подсветки, пока не обращайте внимания, я расскажу чуть позже про них, что это такое вообще и что оно делает. Вот. Какая здесь проблема? Ну, не вспоминайте проблемы, чему там будет равно каунт и тому подобное. Это просто пример, да? То есть... Это же собеседование. А? Это частное собеседование. Да, вот, это для собеседования. Ставьте, помните, там две версии ответа. Вот, если что. В зависимости от того, какой вы используете компилятор. Вот, надо что сделать? Надо нажать build. Билдим всегда в релизе. Нажали build. Идем в нашу папочку, да, вот все открыто, честно. Есть такая штука, как .pick. Все знают, что такое .pick? Да, ill-spy, пожалуйста, все что угодно. Где .pick? Прощай, .pick. Он просто бесплатный, наверное, это из-за этого связано. Может, он как-то уже в 10-й версии распознает то, что он запущен... А презентация. О, класс. Вот, что же тут надо сделать? Да, вот, если вы не запустили с первого раза, то перезапустить. Вот, ищите файлик drag and drop, перетягиваете сюда, вот, исходники. Вот, то есть, если вам иногда дает заказчик исходники и говорит, вот у меня есть FTP, скачай мой сайт, вот вы говорите, исходников нет, это не проблема. Кинете, скачаете, скажете, мне нужен месяц на реверс-инжиниринг, вот, кинете это в .pick, нажмете правой кнопкой, сгенерирует solution, вот, и смотрите горячие туры куда-то отдохнуть. Вот. Такое тоже бывает, но это все кровавый интерпрайз, я вас не обманываю. Вот, и в принципе все, ну, то есть, получается, оп. У нас есть код. Вот, ну, он немножко как бы не похож. Он похож на то, что иногда пишут начинающие разработчики. Вот. Ну, по крайней мере, для меня. Ну, потому что я такой код пишу. Вот. А что здесь происходит? Да, то есть еще единственный коммент, если вы начнете инструментом этим использоваться, там вот поставьте такую штучку, вот, show compiler generated code. Да, потому что если вы ее убираете, то код похож уже на синих разработчиков. Да? То есть это вот такой переключатель. Типа, я начинающий, я уже модный разработчик. Вот. Такой свитчер, прямо все как в клауде. Что здесь происходит? Да? В бэкграунде все очень легко. На каждое замыкание генерируется замыкающий класс. Да? Ну, то есть компилятор это делает за нас. В чем проблема? Боксинг. Да? То есть у вас был int, хранился в стеке, все хорошо, все быстро, сделали замыкающий класс, беда, да, соответственно, он уже будет в хипе. Соответственно, новый класс генерировался, да, behind the scene, вот, и это не очень хорошо. И этот замыкающий класс держит уже вашу переменную. Ну, в принципе, это мы посмотрели. Тут, кажется, все легко, но обычно пишем мы более комплексные, да, замыкания. Очень... хороший паттерн lifetime, да, когда вам нужно создать какой-то объект, особенно кто там с UI работает, когда нужно отписаться от событий и тому подобное. Все придумывают такие как дизайн-паттерны, чтобы решать проблемы, которые мы же сами создаем с помощью этих паттернов. Вот, использовать, например, какое-то там событие on exit, да, у нас есть guard там какой-то, object, который вызывает что-то по завершению, когда уже наш класс типа там закончился. Я когда смотрю на этот код, я его понимаю примерно так. Есть у меня замыкание первое, да, вот. Есть у меня замыкание второе. Как бы я бы себя повел? Отработал, вызвалась первая функция, все, что там замкнулось в замыкающем классе, раз, уничтожилось, освободилась память. Потому что второй может вообще и не вызваться никогда. Да? Ну, это случай, это нормально. Вот. Какая тут проблема? Как вы думаете? Есть идея? Ну да, замыкается. Но вот, например, первое отработало, и все, это висит, да, то есть, ну, это независимые переменные. Какая здесь проблема, да? Вот это отработало, все, убирай референс, она мне не нужна.
Да, потому что замыкающий класс, вы видите, да, вот здесь вот, будет один. Для всех вот этих ваших closure, сколько бы вы там их ни написали, компилятор сгенерирует один замыкающий класс. Соответственно, сколько будет жить вот это, столько будет жить и первое, потому что замыкающий класс один. И это проблема, это вообще не очевидно. Вот, и такие вещи иногда бывают. Ну, это, скажем так, может быть сложно. Лучше всего говорить про ООП. Да? Когда обычно спрашиваешь на собеседовании, что такое ООП, это котики-собачки. Да? То есть, а что котики-собачки? Кто их создал, кто там сотворил? Ну, потом начинается уже там, да, там есть просто абстрактное животное, которое там есть лапы, хвост. Ну, я никогда не видел абстрактное животное в мире, но, наверное, в программировании оно есть. Да? То есть мы такими рассуждаем. То есть у нас есть какая-то заготовка. Вот заготовка для человека есть, вот, а для животного я не видел. Вот. Есть такая штука, как iList и list. Да? То есть кто знаком с ООП, скажет iList. Да? Кто не хочет ООП использовать, использует лист. Да? То есть вы понимаете, потом, в чем проблема. Да? Потому что когда мы говорим, что ООП, у нас должно быть обобщение, все принимать, кидать все, что реализует iList. Ну, с точки зрения ООП это хорошо. И это правильно использовать. Но если вы заботитесь о перформансе, используйте лист. А в презентации есть ссылки на исходники. В чем здесь проблема? Когда вы используете iList, вы передаете интерфейс, все приводится к интерфейсу, и вот здесь вот getEnumerator, помните, да, когда вы итерируетесь по листу, for each, ductyping, вот эти слова, помните, там набор не нужно реализовывать, там enumerable или еще что-то, тут ductyping вам нужен только getEnumerator. Для iList вы получите getEnumerator, он вам вернет default. Default для iEnumerator интерфейс — это reference type, да, то есть, ну, у нас или value, или reference. То есть, если вы приводите к интерфейсу, это reference type выделяется в heap. Соответственно, каждый раз будет аллокация. Каждый раз, когда вы делаете for each, пожалуйста, garbage collector, вот тебе мусора немного, да. То есть, ну, мы идем как бы в страну, где мы не мусорим, поэтому надо быть с этим осторожным. Если вы посмотрите исходники листа, то он реализует интерфейс iList, ну, это очевидно, да, потому что по названию, мы сегодня обсудили уже название, вот, тут возвращается newEnumerator, но вот тут есть struct, вернется struct, struct value type на стеке, все хорошо, кэшируется, все классно, проблем никаких нет. Дальше. Empty collection. Это очень часто в сервисах. Раньше мы возвращали null. Да? Потом кто-то пришел, сказал, null это плохо, потому что у меня код падает, мне нужно писать лишние проверки теперь на null. Вот, возвращай мне пустую коллекцию, чтобы мне ничего не падало. И это логично. Да? То есть мы сегодня это обсуждали, что логично, чтобы у вас не было лишних проверок на null. Вот. Как создают? Есть такая хорошая вещь. Source Code Explorer на GitHub, она открыта, ее делал Microsoft для своих целей, но открыл вы можете, если у вас большой solution, например, как у нас там 190 проектов, искать по коду очень хорошо, но хочется еще какую-то вики-базу. Мы натравили на наш solution, и мы можем быстро искать, например, там, задал там, найди мне такую-то там аллокацию или такой-то тип и навигация. Вот именно как вот на MSDN, Reference Source, вот там вот так вот сделано, вы можете навигироваться, искать, переходить файлы, как в студии, это все в браузере. Очень крутая штука, открыта. Соответственно, вот, например, LLBL Gen Pro, это ORM разработка. То есть они сделали для себя, очень легко заходишь к ним, где они неправильно аллокации делают, да, то есть там даже есть такой поиск шорткат. Вот. Что здесь происходит вот в этих вещах? Вы каждый раз создаете новый объект. Вы просто аллоцируете пустой array, да, ну, если посчитать, даже просто создать объект, вы помните, да, что там нужно на reference, там, sync root и тому подобное, там еще для метода виртуального, в общем, такой вообще лес сложный, да, поэтому не стоит. Для этого же есть такая классная штука, array empty int. Просто, она, во-первых, понятна, да, и не нужно писать там new char 0, double 0, да, там, кто-то вообще этого не пишет, да, ну, там, скорее всего, компилятор заставляет уже, вот, пытается там как-то динамически это, пожалуйста, array empty, вот, используйте. Следующая проблема, какая у нас есть, resizing коллекшенов. Это вообще скрытая просто проблема. Я думаю, надо показать тут больше пример, да, где у нас тут студия, заветные команды.
І чик. Оп. Что здесь делается, да, понятно, в принципе. Ну, просто я вам показываю, чтобы вы понимали, могли у себя оценить в коде. Иногда после презентации, ну, остается такой осадок, что так нельзя делать. А почему? Ну, нету доверия, да? Я бы не хотел, я хотел, чтобы вы сами, ну, проверяли это. Ну, то есть, есть код, который вы можете писать. Этот код написан, ну, в Visual Studio, как бы, все, можно в LinkedIn прийти дома, запустить, поинтересоваться там. Давайте опять нажмем Ctrl F5, найду окошечко. Окошечко здесь, зум. Просто, да, я создавал лес, у меня было 50, ой, сколько там, 20 ресайзов. А? Тут две проблемы, ресайз. Вы помните, что лист базируется на array. Да, соответственно, каждый раз, когда вы добавляете элементы, ему не хватает места, он говорит, ну что делать? Ну, старый уничтожим, создадим в два раза больше. Все легко решается. Ну, в enterprise сложного ничего-то нет. Вот. Соответственно, у меня было 20 ресайзов, да? Соответственно, что это у нас получается? Это memory traffic. Ниоткуда. Поэтому, помните, когда вы создаете новую коллекцию, там конструктор есть, чаще мы его пишем пустой. Но если есть возможность, и вы примерно знаете, но тут тоже сейчас я со звездочкой говорюсь, ставьте туда количество. Если вы его точно знаете, например, там перед этим вы какой-то используете тоже коллекцию, перегоняете там, например, dictionary.lens, то ставьте. У вас не будет лишних как бы аллокаций, особенно если вы заполняете так хорошо array. Но тут нужно точно понимать, если вы ошибетесь на единицу, например, у вас там 100 тысяч элементов, а вы напишете, у меня будет 99 тысяч, там 99 элементов. Когда вы добавите 100 тысяч, ну, у вас все удвоится на 2, да, и ваша карета превратится в тыкву, потому что у вас ради одного элемента будет еще столько же памяти выделено. Это очень плохо, вот, поэтому не стоит. Если уже не знаете точно, то возьмите с запасом хотя бы. Да? Если нет, то лучше уже ну, не берите тогда. Потому что тут можно с этим попасть. С арреями какая проблема? Да, арреи, мы говорили уже, они в large object heap попадают. Про large object heap мы еще поговорим. Вот. Соответственно, как мерить? Да? То есть, если посмотреть dictionary resize, да, аллоцирует, смотрите сколько, то, скорее всего, у вас с этим проблема. Лучше length задать и все. И вы получите перформанс. Для листа это set capacity. Но это легко найти на MSDN, посмотреть. Так чем же плох large object heap? А large object heap, наоборот, помогает нам все упростить, казалось бы, да? То есть объекты большие, их нету смысла убирать, да? Large object heap никогда не дефрагментируется. Да, то есть с появлением 4.6.1 вы можете вызвать из кода, да, там, что собери GC и включить compact mod для large object heap. Это сделано специально для некоторых специфических solution. Вот, то есть вы можете его компактить, дефрагментировать. В чем проблема из-за дефрагментации? Да, то, что нету никогда, скажем так, у нас снос, у нас есть дырки, большие дырки. А так как вы работаете с большими объектами, да, это не такие кубики лего, которые можно там прямо впихнуть, скорее всего, вам посмотрят, блин, я сюда его не могу поместить. Я не буду ничего дефрагментировать, вот еще памяти, еще памяти, еще памяти. Вот, и large object heap разрастается, да, и он никогда не уменьшается. То есть вот получилось так, что вы в начале программы создали объектов на 2 гигабайта. Вот у вас и столько будет висеть large object heap. С этим будьте осторожны, потому что когда вы смотрите в Task Explorer, там такая штука есть, что ваше приложение 1,5 гига занимает памяти. А вы потом смотрите там дампы или еще что-нибудь там и забываете про лох, и там, да блин, у меня объектов на 300 мегабайт выделено. Откуда столько? А это может быть large object heap. Соответственно, это тот кандидат, который ведет вас к memory overflow exception. Потому что, ну, не overflow, а out of memory, правильно, да, то есть это stack overflow есть, а это out of memory. С этим нужно быть осторожным. Также все используют стримы, да, то есть memory stream, ну, нужен нам постоянно. Это тот наш клей между разными там файл-стримами, потом куда-то там cloud-стрим, все что угодно сейчас, да, придумать. Мы используем memory stream. Проблема memory стрима в аллокациях. Он аллоцирует очень много. Это просто, если у вас есть memory stream, его лучше заменить. Да? Ну, то есть Microsoft об этом знает, они выпустили малоизвестный, кому, скажем так, в нашем мире, когда можно купить планку памяти, recyclable memory stream. Заменяется он очень легко. То есть вы подключаете NuGet package, убираете везде у себя memory stream, заменяете на recyclable memory stream, все, получаете прирост.
Ну, то есть это примерно NuGet package подключить, Ctrl-H, найти и заменить. Вот, тоже. Я хочу там прочитать его не вкустовый. MemoryStream? Recycle. Ну, вот это, да? Ну, конечно, ну, причин можно найти очень много, но смотрите, в чем дело. Если вас сейчас все удовлетворяет с вашим memory stream, ну, то все хорошо. А с recyclable memory stream вы просто получите дополнительные возможности оптимизировать программу. То есть, ну, это не нужно, значит, прийти и все заменить. Да? То есть, как мы говорили, foreign key, например, потому что замена требует. Да? То есть, если у вас там какие-то еще вы хотите тесты, exception тесты провести, вам там скажет ваш архитектор, что надо подумать там и тому подобное. Ну, если у вас все хорошо, то делайте. Это не нужно, это не там must-have операция. Просто, если мы уже что-то створим, у нас потребен memory stream, и мы можем выкрутиться. Да, вы используете. То нема причин. Да, смотрите, он вам даст какие плюсы. Memory stream очень сложно дебажить. Да, что там происходит, как и тому подобное. А они с этой проблемой столкнулись, они у себя решили. Вот, например, если вы знаете Рихтера, я думаю, все знают, да, вот, то в интеллекте тоже там, да, используют они. Но они используют с WCF там еще, есть стрим, похожий сделан. Вот, до этого был. Там тоже один использовали у себя стрим. Вот, то есть, в принципе, аналогов много этому есть. Но мне нравится этот solution, он появился относительно недавно, скажем так, и он умный. То есть, он не создает один большой блок на мегабайт, как делает memory stream. То есть, вы его сразу, когда new memory stream, он сразу вам блок на мегабайт. Он не думает, сколько вам нужно, 1 килобайт перегнать или сколько он... 1 мегабайт, да, и все. Нужно еще 1 мегабайт. Этот работает с пулами. То есть он создает кусочки по килобайтам, там 128 килобайт. Смотрит, ага, то есть такая тоже эвристика есть. Например, ну ты хочешь немного данных засунуть, да, то есть или мы ему говорим, сколько данных ориентировочно. Вот, он тогда возьмет другой, скажем так, прирост, да, дельту, которыми он будет приращивать. Вот, потом Recyclable Memory Stream сразу использует такой паттерн, как пул объектов. Да, объекты иногда дорого создавать. Да, для этого мы используем паттерн Object Pool. Да, то есть как Thread Pool, только пул для других объектов. Да, мы еще поговорим, там есть нюансы с этим. Вот, поэтому я бы рекомендовал использовать. Вы можете задавать неймы, да, то есть для вашего пула, чтобы потом трассировка хорошая шла, какой там. Потому что memory stream, он безымянный, да, а тут вы можете задать. Вы можете там интерсепторы подключить. Ну, то есть довольно хорошая вещь. Единственное, там... Нет, там полностью интерфейс соответствует. То есть, ну, потому что у нас это была даже просто замена. Вот, как я говорил, Ctrl-H проблем, ну, таких вот не было. Или просто мы не сталкивались. Вот, но стоит попробовать, я очень рекомендую. Вот, но вот эти все вещи, как бы, они исходят от меня сейчас, да, то есть я что-то говорю. В принципе, я не являюсь ни экспертом, ни человеком, которым можно доверять, и кажется, что, ну, это похоже на какую-то кандидатскую работу, да, что мы там собрались, опять по теорию поговорили, и все, и на этом закончилось. Нет, на самом деле у нас мир реально сумасшедший. Да, то есть, вот, если вы не верите и думаете, что это у меня такая специфическая задача, на самом деле нет. Если вы посмотрите, да, то это сейчас делают везде. С появлением open source, пожалуйста, заходите, изучайте исходники. Я для вас такую собрал интересных примеров, как на мой взгляд, что такое оптимизация, да, с Microsoft. Да, ну, в принципе, почему бы и нет. Есть у них такая штука, как скромный struct list, Fraggle, да. В чем его скромность? Если вы передаете туда один элемент, он вам создаст лист с одного элемента. Больше там не будет элементов. То есть это конструктор. Если их меньше трех, он вам создаст три item list. То есть в зависимости от того, какая, ну, у вас длина, он вам такую вернет и структуру. Да, то есть создаст. Ну а если у вас там больше шести, то он вам вернет честный лист. Вот. Но это все структура, это не класс. Да? То есть когда вы пишете там new list, это reference type. Вот. Fraggle struct list, нет, это структура. У вас не будет аллокаций в куче. Ну, это большой плюс. Object pool. Да? То есть, в принципе, мы уже поговорили. Например, как использует его
Microsoft, да, мы его сейчас вот поговорим, но вы знаете Thread Pool, потому что дорого создавать каждый поток, да, 1 мегабайт на стеке выделяется по дефолту, ну, это дорогая операция. Вот, Object Pool можно использовать для каких-то там объектов. Например, Microsoft нашел применение для стринг-билдеров. Вот, да, оно вот здесь вот. String Builder, то есть вы знаете, что для того, чтобы работать со строками, нужно использовать String Builder. Microsoft идет дальше. Чтобы не создавать каждый раз String Builder, мы создали пул String Builder. И если мне нужен String Builder, я не пишу New String Builder. Я говорю Object Pool, да, пулит String Builder. Найди мне String Builder уже, я его буду реиспользовать. То есть тут идет все немножко вот дальше. Они реиспользуют объекты в памяти. То вопрос, который был, да? Почему Microsoft не сделает там оптимизацию? Они сделали у себя оптимизацию. Пожалуйста, у них есть такой класс boxes, вот, и они забоксировали все примитивы туда. То есть один раз в памяти создается, у вас выделяется на куче бокс для true, бокс для false, для байта, и потом идут все ASCII. 128 символов. То есть у вас загрузилась один раз программа, все, и у вас есть забоксированные. И вы используете потом просто метод box, например, да, и передаете int i. И оно вместо того, чтобы ну, его боксировать заново, если это 0 или 1, оно вам возвращает уже просто указатель в памяти на эту забоксированную величину. У вас боксинга больше не будет. Вот, но если вы не попадаете с 0 и 1, а вы помните, еще вариантов много, да, то он вам честно уже будет боксировать. Но для инта чаще всего это 0 и 1 бывает. Ну, вот, для true-false, для boolean вообще работает идеально. Да, никогда боксирования не будет. Все, что есть, у вас все значения вы перебрали. Это и класс интерна. А? Да. Только мы его не можем завязать. Ну, на самом деле у вас есть исходники, вы можете себе его скопировать. Я так себе сделал. Я сделал NuGet это пэкэдж, который просто берет оттуда сурсы мне нужные, вот, собирает это все на AppViewer, и у нас в проекте он подключается, и все. Ну, то есть это легко делается, это автоматизируется. Вот если это нужно, да, то есть такие вот бюро... А мне просто нужно NuGet пэкэдж пересобрать. То есть я просто там... Популярна фразка. Джависти так раз зробили, тепер з нової версії сказали, що внутрішні там деякі бібліотеки вже не можна використовувати. В деяких продуктах цілий бізнес побудований на тих класах, по суті, розумієш? Да. Да, но тут вот с этим и проблема. Я не могу все собрать. У них на самом деле очень много таких вот оптимизаций. И у каждой компании, вот, да, как правильно замечу, например, JetBrains, если вы залезете в их исходники, а вы очень легко можете сделать, у вас есть .pick, и вы берете .pick, открываете .pick. Вот, ну это вообще классное решение, как бы. И вы смотрите исходники .pick. Да, то есть у них тоже есть там свои реализации, там, ну, многие что-то совпадают, каждый делает, но это если вы сталкиваетесь с такой проблемой. Вот. Еще что есть, очень интересно, здесь стоит задуматься над оптимизацией. Они используют small concurrent set of ints. Да? Насколько small? На 4 инта. Вот. То есть... Коммент очень важен, да, мы заходим и думаем, 4 инта, да мы же там сотни ворочаем этих интов. Нет, на самом деле, если вы посмотрите в своей программе, чаще всего, ну, вы там очень мало в листе содержите, да, у вас лист иногда может состоять или пустой, или с одного элемента. Вот, ну, это правда. То есть вы можете на пальцах посчитать, сколько у вас элементов, ну, это часто бывает. Вот, и они даже провели, что у них в 98% случаев 8 или меньше элементов. Ну и, соответственно, они сказали, давайте создадим, да, однонаправленный связанный список, который содержит 4 элемента. Если вам нужно больше, мы создадим еще один такой и указатель на next. И все. То есть и они получили большой такой прирост. Но это стоит задуматься о том, что ну, не всегда для hot pass вам нужны обобщенные какие-то решения. Вот, также часто мы работаем с коллекциями. Если нам нужно, например, мы с 4 сорсов получаем коллекции, и нам нужно пройтись по ним, что-то сделать, да, там как-то может отфильтровать, все что угодно. Что мы делаем? Создаем пятую. Ну, пятую легко создать, да, то есть мы уже сразу пишем там на розетке заказать планку памяти и создаем новую коллекцию. Да, вот оно примерно вместе, ну, придет. Ну, такое бывает, если вы работаете с коллекциями. Вот, поэтому есть такой класс Union, ну, он делает простую работу. Вы туда напихиваете все коллекции и работаете как будто с одной коллекцией. Логика за сценой очень простая. Дошли до конца коллекции, переключили энумератор на следующую.
Ну, все легко, решение тривиальное. Ну, я думаю, что все вы дошли до него, но Microsoft просто у себя первый это сделал. Они, наверное, столкнулись с этой проблемой. Также, как я говорил, one or many, да, они сделали такой у себя прикольный классик, который тоже структура, да, не забывайте о структурах, структура нам очень сильно помогает. Вы можете пока объект делать не класс, а структуру. У структур есть методы. Вот, с структурами можно почти все делать. C-Sharp 6.0, вы там можете конструктор. Локоть не можно, наследование нема. А в смысле локоть нельзя? По структуре. А зачем ее локоть, она же immutable? Маю на увазі, типа, ну, якщо ти можеш локати по якомусь об'єкту, як правило, люди просто створюють найпростіший об'єкт. Ну, я просто тобі вводжу до того, що в структури немає цього біта, який питає. Ну, у мене, кстати, от з наслідуванням взагалі проблеми. Я іноді питаюсь, думаю, треба хоч щось вспомнити з ООП, щось з наслідуванням. Ну, чаще всього це композиція або агрегація, да, або там. От, ну, тому структури, в принципі, дуже часто, ну, можна використовувати. Просто, і легко зробити навіть в существуючому рішенні, там, клас замінити на struct, і все, да, особливо, якщо многопоточно, ну, многопоточный, там immutable есть уже, array, immutable list, структуры можно их использовать, да, там memory traffic, но иногда плюс, да, и, соответственно, здесь вот one or many. Чаще всего у вас там может быть пустая коллекция, да, там, или один элемент, или все. Ну вот иногда вы делаете особенно какую-то фильтрацию, да, попади мне вот под такой-то предикат, фильтр пользовательский, например, или какой-то ваш. И чаще всего может быть так, что у вас будет она или пустая, или один элемент вообще, ну или там уже много, да. Но чаще всего может быть один, да, но это нужно анализировать, это нужно профайлить. Сложно, так сказать, зайти в код, посмотреть, да, там, подумать так, и потом... И уйти так, знаете, и что он вообще консультант, за что мы ему деньги платим, там, это, а он ушел думать там еще дальше, вот. А, ну, на самом деле, видите, то есть тип. Если у вас один элемент, он вам просто вернет этот тип, он даже вам не будет ничего создавать. Вот, но immutable array, это я говорил, вы можете, оно не идет по дефолту, вы можете скачать NuGet package, вот, immutable collection, и использовать у себя, они без локов. Ну, например, если вы работаете с коллекциями в многопоточной среде, вы начинаете писать локи, или вы такие, ага, есть concurrent, начинаете писать concurrent, вот, ну, а если вам еще нужно быстрее, то можете взять immutable, там не нужно писать локов, ничего, просто работаете, единственное, что тут memory traffic, да, каждый раз создается новый инстанс. Но, например, Microsoft, Roslyn построили на immutable подходе, то есть у них нет вообще локов, у них все immutable, вот, ну, такая больше функциональщина, вот. Кому интересно, кто хочет дальше посмотреть, есть такой вот список интересный. Я вот как раз рекомендовал бы просто начать смотреть свой код и поставить extension heap allocation. Вот. Или для ReSharper, или для студии 2015. Что он делает? Он просто подсвечивает вам и подсказывает, что где будет аллокация. Вам это не обязательно призыв к действию, да, какой-то action item, вот тут надо ту string вызвать или еще что-то, нет. Просто понимаете, что вы пишете, да, то есть смотрите, ага, аккаунт, там просто такие, ага, мышкой навели там, что такое, ага, будет аллокация, into reference type object, как класс, ну, на интервью может пригодиться, вот. То есть это смотреть, в замыканиях оно вам скажет, что помни про замыкание, вот. Также, если возвращаюсь... Презентации, да, ну все уже знают, что в 2015, ну как, оно навязчиво, оно как баннер вам уже всплывает, да, там, то есть вы хотите, не хотите, но вы используете, да, как минимум смотрите. Вот, LinkuPad, довольно удобная вещь, проверить быстро конструкции, чтобы не мучиться, да, там, с .pick, LSPy и тому подобное. Вот, если вам вообще с памятью все плохо, да, ну, это не если что-то вы забываете. Вот, а, например, часто правите код, оптимизируете его, а потом кто-то приходит, открывает solution, смотрит, о, класс, ReSharper, Alt-Enter, Find и Replace везде в solution. Вот, вот эта проблема начинается. Иногда такое, когда ты в отпуске, ты пропускаешь, приходишь, и потом говорят, опять с перформансом плохо. Но начинаешь уже собираться, ох ты ж, блин, и вот это все назад. Для этого есть тесты по памяти. Вот, мы пытались сделать какой-то свой фреймворк, в общем, у нас не получилось, и хорошо, что к тому времени вышел .memory unit. Он бесплатен, подключайте NuGet, используйте, пишите тесты. Что из этого прикольного может быть для вас, даже если вы не пишете тесты по памяти?
Есть такой синглтон паттерн, да? Паттерн, антипаттерн, просто синглтон, да, он один. Мы столкнулись с такой проблемой, что когда мы начали мерить и смотреть, сколько же у нас создается, например, синглтонов в памяти, да, инстансов вот нашего синглтона. Здоровый человек с хорошей головой скажет, что должен один создаваться. Тест у нас фейлился, потому что у нас создавалось два инстанса, один просто уничтожался потом. Вот, и здесь мы столкнулись с проблемой, что неправильная реализация синглтона была. Вот, и то есть... А? Да, в коде. Ну, то есть синглтон любят все. Зараз юзайте лейзи, я думаю, все. Ну, это кажется. Ну, это кажется. На самом деле, если провести опрос, там лейзи, что? Нет. Дабл-чек. Дабл-чек там, да, кто-то говорит, зачем? Редом ли статик, и там начинает что-то рассказывать. Нет, ну, лейзи это хорошо, да, потом начинает лейзи, берут режим. О, тут есть еще режимы выбрать. Выберу я вот этот второй непонятный, что он значит? Выберу его, он классный. Вот, ну, реально проблемы в простом. То есть, казалось бы, да, мы так хотим пойти глубоко, но это проблема. Это есть такой вот случай. Процесс монитор, source браузер, просканируйте свой код, можно использовать. Также, что мне нравится с появлением Roslyn, да, то есть C# 6.0, он пришел с тем, что нам дали compiler as a service. Есть такая как проблема у нас, то что каждый раз, когда мы пишем new для reference type, выделяться будет в куче. Человек, вот тут вот есть у него статья, он написал для существующей реализации, ну, Roslyn, новый оператор, stackalloc. То есть он пишет new stackalloc my class. И этот класс будет создан на стеке. Не в куче, а на стеке. Соответственно, мы получаем большой с этого плюс. Он предложил это просто как поиграться. То есть он не говорит, что это стандарт, но то, что он сделал свой оператор для C-Sharp. Понятно, что он работает только с его, да, собранным компилятором с исходников. Вот. Но это можно такие делать. Возможно, к этому еще вернуться, потому что Microsoft постоянно работает с тем же Kestrel, да, если кто-то там подключается на комьюнити и тому подобное, они всегда говорят, мы хотим достичь там миллиона реквестов, да, там в да, секунду. То есть, например, для этого нам память важна. Да, у нас ETL-процесс был. Мы должны были 60 гигабайтов данных просто загружать меньше, чем за час. Да, то есть там распарсить файлов zip и поднять в базу. Да, то есть это все. Ну, поэтому у нас тоже было. Мы были ограничены в памяти. Мы вроде бы купили максимум ее уже, но дальше уже не могли масштабироваться. И у нас падало. Потом еще были процессы, ну, на самом деле 2 гигабайта памяти, если так быть честно, да, то сейчас дается там вам. Если вы превосходите с вашим приложением, все начинает тупить. Если вы берете array, вы сразу просто так не сможете array создать на 2 гигабайта. C-Sharp. Но вот вы придете, попробуйте, вы не сможете. Вам для этого как минимум нужно зайти в конфиг и прописать строчку, что разреши мне большие аррей создавать. Ну, это реально проблема, с которой сталкиваемся. Вот. Также посмотрите, есть такие вещи, как MPGO. Есть такая, как NGen, а есть вот MPGO. Тоже штука, она позволяет вам соптимизировать ваш solution, да, вашу DLL-очку, сборочку. Вот, ну и в принципе очень много ссылок, да, там на GC посмотреть, вот, как вообще решать над проблем, ну, если кому-то интересно, очень хорошая от RedGate книга, да, то есть посмотреть internals, background, foreground, что было в презентации, вот, ну и презентацию, в принципе, она будет доступна, но если кому-то нужно прямо сейчас, телефон, QR-код, переходите по ссылке, скачивайте, она будет доступна. Ну и в принципе это все.